Волнительный день для почти 200 выпускников Центральной детской школы искусств. Позади годы обучения, труда и побед. Впереди новый этап. Юные таланты получают дипломы из рук почетных гостей. Поздравил химчан и глава округа Дмитрий Волошин. Это наша гордость и жемчужина, творческая жемчужина нашего с вами любимого города. Поэтому примите слова благодарности. И я надеюсь, что все наши таланты, они останутся в Химках, будут приезжать, преподаватели будут рады всех видеть. Это большая дружная семья, все выпуски, столько лет. Мы гордимся тем, что на территории города сегодня есть такое заведение. Спасибо всем. Центральная детская школа искусств – гордость городского округа Химки. В 2021 году она стала лучшей в России. Ее ученики – победители многочисленных творческих конкурсов самого высокого уровня. Это заслуга и талантливых учеников, и профессиональных педагогов. В этом году 188 ребят получают свидетельство об окончании Центральной детской школы искусств. Поистине, они могут быть горды собой, потому что они освоили одну из самых сложных ступеней профессионального образования в области искусства. И они могут считать себя причастными к культуре Российской Федерации. Это ребята, которые принимают участие в образцовых детских коллективах Московской области, в оркестрах, в хореографических коллективах. Для каждого выпускника этот день полон и радости, и грусти. Многие отправятся дальше получать творческую профессию, потому что не представляют себя без мира искусства. Здесь проучился 9 лет, но все равно буду продолжать заниматься музыкой. И от этой школы у меня остались только самые яркие и хорошие воспоминания. Мне запомнился, конечно же, мой преподаватель Баранов Денис Александрович и мой концертмейстер Тураева Дарья Игоревна. И также коллектив, образцовый коллектив русских народных инструментов «Русская мозаика» под руководством моего же педагога. Здесь все потрясающе в этой школе. Конечно, я безумно счастлива, но так как я на протяжении 7 лет каждый день ходила в эту школу, конечно, я грущу, потому что танцы – это моя жизнь. Я не знаю вообще, как мне теперь быть, но я не планирую заканчивать. Больше всего я хочу поблагодарить моего руководителя, это Казарину Надежду Алексеевну, потому что столько труда было вложено в нас. Каждый день частичка своей души, она, конечно, оставлялась с нами. В школе искусств работают разные отделения – современного искусства, хореографического, художественное и музыкальное. Выпускники учреждения поступают в ведущие вузы страны. Они продолжают прославлять Центральную детскую школу искусств, которая заложила прочную базу для будущих творческих побед. Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.